Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала. Вы, как всегда, на канале. Ох, сдувает. Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю, как всегда, в очень интересный выпуск, который точно заслуживает вашего лайка. Нас сегодня ждут невероятные красоты, виды, очень много полезной и важной и нужной информации, поэтому обязательно досматривайте выпуск до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты в свои социальные сети. Если вам интересна наша жизнь, наши путешествия вместе с нами, то, конечно, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Начать этот выпуск я хочу с нашего отеля, который называется Викинг Отель. Пожалуйста, покажу вам территорию, и самое, что я очень хочу, показать вам все это дело с высоты. Так что сегодняшний выпуск мы начинаем с полета на дроне. Полетели! Приехали наши друзья, Влад с Наташей, отдать нам чемодан, повидаться. Мы им сейчас подарим подарочки магии, кубики магии. Ладно, сейчас посмотрим. Здорово! Мы просто с 18 этажа пешком идем. Достали родители? Нет. Достали. Заберешь? Нет. Нам своего хватает забрать. Вот. Ну, они на машине, на нормальной. Конечно, белые люди. Как ты мог променять этого? Здорово. О, наш чемодан, все это наше. Hello, да. А мы теперь с кокосовым этим молоком. Да. Привет, батончик, ты что такой грустный? Она тут проснулась. Доброе утро! Понял. Держи, я тебе подарок, видишь? Да, она правда какая-то как бушная стала, видишь? Слушай, а тебе мы решили купить этот iPhone ланкийский. Держи. Правда, его немножко потрепало. Видишь, он это? Немножко, видишь? Это Рома ланкийский. Как раз я завтрашнего дня начинаю. Это Калипсо. Мне завтра снимут швы. Ручку вот так ставь. Спасибо. Ручку вот так ставь. Ну поставь ручку, спасибо, пожалуйста. И глазки закрой. Да. Давай. Ну ты чё? Давай, скорее иди сюда. Это что за кисточка выпала? Блин, ну чё она? Иди сюда, держи скорее. Вот так вот кулачком меня стукни. Ну стукни кулачком. Скажи, она вне камеры, вне политики. Ну держи, ладно. Давай я тебе так. Покажите. На, держи. Держи скорее. Это тебе, Шри-Ланка. Держи. Что сказать-то надо? Вы сейчас смотрите этот выпуск, и я хочу каждого из вас, если вы не какашечный человек, я хочу пригласить на наш прямой эфир, который состоится уже в эту субботу. Ориентировочно в 6 вечера. Во-первых, мы там посидим, пообщаемся, поболтаем. Там есть возможность позадавать вопросы, поддержать наш канал, принять участие в розыгрыш. А на этом стриме будет очень классный розыгрыш. Так что, ребята, не пропустите. Чтобы не пропустить, лучше, конечно, подписаться на мой телеграм-канал, либо на Настенкин. Там будет анонс и точный выход, когда вообще будет. Ну а в целом, как правило, вам придет уведомление, если вы нажали на колокольчик. Приглашаю абсолютно всех, приходите на прямой эфир в эту субботу. Добьет камера, не добьет, не знаю. Посмотрите, это горная река. Какой там цвет красивый. Жаль, что она не полноводная. Чисто так ноги помочить. А может быть даже и какую-нибудь форельку поймать.
туда уходит. Какое красивое ущелье. Там каньон, наверное, да, какой-нибудь? Да, там каньон, Кемерский как раз каньон. Можно приехать туда посмотреть. Это мы сейчас приехали на место, где вот ребята будут застраивать комплекс. Такой вот, как мы уже снимали, предыдущий. Тоже 2-3 этажа. И вот здесь вот от этого дерева, вот от того, это вот уже их участок, где-то примерно через год здесь будет, уже готовый, да, будет или только строиться начнется? Нет, через пару месяцев начнется, и где-то к лету следующего года будет уже готовый, да. Ага. 4 блок-секции, 3 бассейна, очень большой комплекс, называется Викинг Риверсайд. Находится он в красивом месте, да, то есть это поселок Куздере, да, Куздере. Рядом речка, собственно, почему он так и называется, Риверсайд. Каньон, да, горы. Вот та гора красивая, гора Астероид, я ее называю. Да, смотри, классная какая, необычная вот эта. Да, необычная. То есть можно здесь, наверное, дрон твой запустить. Сейчас пыльнем, ага. И вот здесь будет большой комплекс. Можно сейчас уже вложиться в строительство этого комплекса. 1 плюс 1, 50 квадратов. Это большая будет. 1 плюс 1, 50 квадратов, из которой можно сделать теоретически 2 плюс 1 даже. Ага. Если сделать, допустим, кухню без окна, как, ну, бывают, переделывают студии, да, например, студии, однокомнатные квартиры, то можно сделать 2 плюс 1 из нее. И на фундаменте? На фундаменте сейчас можно вложиться там от 150 тысяч долларов. Ага. И это через год только начнется строить? Нет, нет, через год. А, все уже все будет к лету стоять. Следующего года уже готово будет. Здесь очень быстро строят. Кстати, здесь нет такого, что типа строят и заморозили. Здесь очень серьезные законы по этому поводу. Правильно же я говорю? Да, да. И, ну, знаем это уже достаточно давно, что здесь, ну, единицы из 100, я не знаю, 2% что-то заморозится. И то это катастрофические последствия для застройщика. То есть здесь, если начали строить, то достроится прям 100%. Вот, а кто прям сегодня вложится, вот эти два петуха прям для вас поймаем шашлык. Бонусом. Бонусом просто вот эти два петуха. Окей? А, нет, три. Вот, один черный, вот такой породистый, смотрите, будет. Эй, Циба, ты еще не знаешь, но ты на корм. Ладно, давайте сверху посмотрим, как здесь красиво. Приехали на пляж Чемюва. Чемюр? Пляж Чемюва. Чем как? Ну вот этот поселок Чемюва называется. Чемюва. Да. Вот. И это... здесь просто братва стоит. Смотрите. Блин, круто. Ну вы только гляньте, сколько здесь кемперов. Блин, сейчас бы забрать нашу тачку и вот так вот тоже сюда прям подъехать. Я думаю, и остановиться. Что вы сделаете, когда заберете машину, да. Вы приедете сюда на пляж. Ну, возможно, не сюда, просто хоть куда-нибудь мы приедем на пляж и вот так вот встанем дикарьком. Мы, кстати, очень любим вот этот дикий пляж. Класс. Приезжать сюда, потому что в Кемере народу много. От нашего дома до пляжа сюда ехать буквально там 8 минут на машине. Ага. И мы частенько сюда приезжаем, потому что здесь практически нету народу. Ну, понятно, сейчас еще не сезон, но, тем не менее, даже в сезон здесь просто большая рассредоточенность людей и комфортно купаться. Слушайте, ну здесь вообще я даже и не думал, что в Кемере есть дикий пляж. Просто мы когда ехали как раз вот в сторону Чирал, мы здесь даже и не знали, что здесь этот пляж. А теперь мы будем знать. И причем здесь можно остановиться вообще в наикрутейшей компании. Посмотрите, все на своей волне. А вон там, кстати, стоят не только кемпера. Вон шатер стоит, а вон там стоят палаточники. То есть люди, у кого денег уже не хватило на машину, они с палаткой. Ну что, побежали в море?
Погнали! Опа! Шутка, я забыл шорты. Купаться сегодня не будем. Здорово, а вон там уже отели. Вон там отели. И вон там, видите, флаги висят, там отели. Красота. Мы проехали буквально там, сколько, метров? Да 10, вон они. Эти. Наши везде. Да, ну вы, короче, поняли, вот это вот. Грохнешься и нос себе разобьешь, смотрите внимательней. Смотрите, как обустроено. Это городской бесплатный пляж и парк. Здесь за деньги можно арендовать, допустим, мангальчик, да, вот беседочку. Они. Столь, сейчас подойдем, посмотрим, ага, как она. Так, чтобы ты понимал, размер 60 лир, то есть 240 рублей на день мангал стоит оборудованный. На день! На день! На день! На час! На день, вы только вдумайтесь. Да. Дальше, здесь есть теннисный корт. Можно играть в большой теннис. Вот это... Да, детская площадка. А сколько корт стоит? Слушай, тоже какие-то буквально там копейки. Ну, ты играешь? Я не играю, но у меня друзья играют, сюда приезжают. Детская я просто площадка. Люблю это дело. Да, да. Шезлонги там дальше, ну сейчас пойдем посмотрим. Ничего себе, вот это да. Корт, класс. Век живи, век учись и век путешествуй. Вот ты вроде такой, я в Кемере там был, там видел, там, по факту это не видел, это не знаешь. Это тебя и это для тебя могут впервые. Провести, показать. Это вот, да, это те, кто вот забазировался, там, тык-тык-тык-тык, уже все разнюхал, да, и ты как бы уже открываешь для себя. Это вот, вот, как раз тема того, что ты можешь куда-то приехать на месяц. Вот как вот мы любим путешествовать. Не просто ты приехал такой, типа, я вот был в этой стране. Нет, вот мы любим по-другому. Мы любим вот прям приехать конкретно и пожить. И тогда ты вливаешься в то и реально изучаешь то или иное место. Вот раз навес, видите, маркет. Это здесь, видимо, какой-то магазинчик. Вон там вот ресторан. Это вот сейчас сезон. Более-менее начнется, когда май, наверное, скорее всего. Здесь вот все откроется и будет просто движуха, движуха, движуха. И, кстати, смотрите, информационное табло. Турецкий, английский, немецкий и вот наш язык. Как выглядит турецкая мангальная зона? Вот, пожалуйста, стол. Всегда, всегда крыша над головой, то есть тенечек. И вот такая вот печь. Здесь еще 100% где-то стоят раковины, чтобы это все дело мыть. Вон, кстати, еще детская площадка. Вот, вот туалет и раковины, да, это обязательная у них история. И еще есть волейбольные площадки, целых две штуки. А еще туалеты все бесплатные, то есть туалеты и душевые. Это вообще вот эта замечательная турецкая фишка. Вот турки любят правильно отдыхать, уединяться с природой, на природе и... За это вообще прям уважуха им. Вот, видите, шляпы принесли от... вот эти зонтики, короче, будут стоять соломенные, классные. Настилы уже постелили, но пока вот еще вот в таком все состоянии. Но купаться уже можно, вон мужики купаются, красавцы. А мы не красавцы сегодня. Ну ладно, исправим это в следующем выпуске. Еще здесь в отеле, представляете, есть такое понятие, как турецкая ночь. Это когда все, кто здесь живет, все собственники недвижимости, которые живут в апартах вот, компании Викинг, они все сюда приходят. Здесь какая-то мегатуса. Но мегатусу мы уже увидим в другом выпуске. Так что подписывайтесь, кому интересно, обязательно покажем. Смотрите, как тучи рассосались, показались горы. Появилась вершина. Вон она, да? Высоченная. И снизу здесь, смотрите, какие движения происходят. Столы поставили, накрыли. Моют полностью всю территорию, потому что сегодня будет какая-то тусовка. Даже, видите, есть колонки, сцена. Не прям что-то будет такое буш грандиозное. Грандиозное будет в субботу, а сегодня будет какая-то маленькая тусовка. Но посмотрим, что это будет, как говорится, вместе с вами, вместе с вами. Вот видите, у нас сегодня ужин под приятную музыку. Джаз. И главный Мирошка. Мирошка сегодня главный танцполе у нас. Собираются потихоньку люди. Столы накрыты. Настенка там еду набирает. Сегодня людей побольше.
сегодня у нас на ужин есть красная рыба. Поэтому я решил себя побаловать бокальчиком белого вина. Здесь оно стоит зеро. Вот так вот, видите, мы ужинаем, все набрали по тарелочкам. Я взяла мясо, они не хотят. Настенка, вот видите, никак не может от ланкийской привычки отучиться кушать руками. Да? Сейчас напишу, вот она, блин, деревня. В ресторане. Не деревня, а ланкийка. Все, приятного аппетита. Смотрите, какая движуха. У нас тут живая музыка. Красота. Людей становится все больше и больше. Атмосфера такая кайфовенькая. Вот, Настенка. Это, иди, напивай чай. Ну зачем ты побежала? Я хотел это заснять. Как он падает. Детей оставили в детской комнате. Блин, это на самом деле очень крутая опция. Еще и аниматоры русскоговорящие, там очень классные девчонки. Угу. Вот, оставили их там. Мирошка вот с нами. Едет даже в коляске, пожалуйста. И сейчас хотим сходить в Вайкики. Традиционно, да, уже. Подкупить что-нибудь. Что-нибудь подкупить. Вот в Вайкики вещи прикольные тем, то, что они всегда яркие. Ну, вот прям. Да. Классные, красивые, и продаются, видите, наборами, то есть и шорты, и футболка сразу. В общем, часто берем, цены прикольные, и, как говорится, ушатают, не жалко. Мы пацанам купили и новые кепки, короче, сейчас парни так будут рады, и очень классные футболки. Сейчас придем, задарим им, покажем их эмоции, но они точно кайфанут. Мы затарились, на самом деле целый мешок купили. И сейчас домой придем, покажем, что взяли, и по цене тоже пока. Сейчас надо срочно забирать пацанов. Но вот Настенка говорит, что цены подросли. Не, ну учитывая, что лира 4.3, да, плюс рубль, он такой дерьмовенький стал. Ну ладно, сейчас покажем по цене. Я не шутил вот насчет мешка, посмотрите мой рост и какой мешок получился. Смотрите, сколько там всего. Вот такая вот история получилась. Так, парни, готовы принимать? Да. Так, Тёма, ну тебе вот такую кепку. Что написано? Гаммер. Геймер. Геймер. Это что? Геймер, ну ты тот, кто играет в компьютерные игры. Крутая. Не, ну ты расслабь ее. Такую кепку я взял себе. Вот теперь так буду ходить. Так, а Роджину вот такой кипарь. Марвел, да? Так, Мирошка, сынок. Мирошка, иди сюда. Смотри, какие тебе шортики купили. Смотри, Мироша. Одни, вторые. Парни, это вам по футболке. Переодевайтесь. Смотрите, размер. Вам еще мы купили, пацаны, смотрите, вот такие шорты. Такие огромные. Нет, они классные. 7-8. Они чуть ниже колена будут. А еще мы вам взяли, смотрите, какие крутые футболки. Вау! Смотрите, какие классные. Марвел. Что ты хотел? Вообще. Такие купил себе шорты. Я буду в таких вот ходить. Это, мы, видите, взяли такие себе образы, как Настенка говорит. Вот с такой вот футболкой. И Настенка себе, видите, какую футболку взяла? Volkswagen. One Life, серфинг, короче, яркая и красивая. Так, и Настенка себе еще взяла вот такие же штаны, как недавно на днях себе покупала футболку, вот такую, типа, Кембридж. Вот, и Мирошки шортики, и вот такие вот две футболочки под эти шортики, они тоже продавались набором. Вон, видите, какая классная. И взяла себе еще сумку на пояс. Вот такую. Вот этот весь мешок вещей у нас вышел на 2500 лир. По курсу 4.3. Ну вот она цена. Не знаю, дешево, не дешево, но мы любим Вайкики, любим там обновляться и можем достаточно бюджетно одеть абсолютно всю семью, что немаловажно. Ну вот, Тёмка. Угу. Так, это Роджин. Понятно. Вот так вот, смотрите, как мы выглядим. Настоящие, три пацана, четвертый. Гаммеры, иди сюда. Геймеры. О, еще тут Мирошка. Вот так геймеры. Вот. А. И Настенка сзади так заходит. Вот так вот хоп-хоп-хоп.
Вот так вот, вы видите? В стильных бусах. Да. У нас вот теперь, видите, бусы такие, дети нам сегодня сделали. Будем таскать их. Оба, вставайте, парни. Вот это дела. Мы приехали на каньон, на котором уже были тогда с Наташкой, с Владом. Вот тут вот кушали, вот за этими столами. Вот здесь мы хотели купаться, но тогда было холодно. Невероятная мощь. Смотрите, что внизу. Да. А вот сегодня, между прочим, тепло. Можно было бы и купаться. Смотрите, какие булыжники там. Сиганешь с моста? Офигеть. Ай? Нет. Почему? Ну ты что? Давай. Класс вообще. Вот это виды здесь, да? Здесь, кстати, в этом кафе завтраки классные, вкусные. Я ссылочку оставлю на этот выпуск. Поглядите. Прикольно было. Смотрите, как все это держится. На честном слове просто. Ой, я не могу, вообще прикол. Вот она, природа Кемера. Вот я про что говорю, если вот приезжать в Кемер, точно вот прям влюбитесь. Вот вообще в Кемер опасно приезжать. Он прям влюбляет. Рядом вот с нашим домом находится ресторан, называется Каньон Парк. Сколько денег тебе заплатил ресторан за рекламу? Абсолютно бесплатно делаю. Понял. Потому что это не реклама, это как рекомендация. Рекомендацион. Да, потому что мы сами здесь... Вдохни полной грудью. Чувствуешь, у тебя елка сейчас в легкие провалилась? Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, вот так будет правильно, с правой стороны. Туда, да. Да, вы хотите погулять, посмотреть? Да, покушать? Мы хотим погулять, посмотреть, поснимать. Понятно. Угу. Вот. Здесь фон... Да, здесь фонтанчик. Хорошо. Работает, кстати, туалеты бесплатно. Детские площадки вот там дальше есть. И, кстати, классно, что вот с колясками можно приехать и передвигаться. С коляской есть там лялька. Ну да. Маленькая. Классно. Воздух здесь просто. Да, территория такая красивая, мне нравится. Да. Бары уличные. Здравствуйте. 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 Насался. Вот она река уже, собственно, каньон, где мы были. Как она называется, река? Река... Это тоже какая-то типа Куздере там или чего-то такое. Mm-hmm. Я читал название, но почему-то не запомнил. Ресторан только открылся. Людей полная посадка. Вот, так что если вдруг вы находитесь здесь... Только открылся в смысле, что после сезона. Ну, после, да, после не сезона. После не сезона. Смотри на эту воду. Да. И они тут запускают форель, вот, ага, в эту воду. Ее можно тут порыбачить, поймать, и тут же тебе на мангале приготовят. О, ребята, кто в Кемере, welcome сюда. А, видишь, какие турецкие такие. Ну-ну-ну-ну, ну это вот как в том, вот мы примерно в таких и кушали. Да-да-да. Цвет воды. Интересно, здесь купаться можно?
Ну, теоретически можно. Холодная, правда, конечно. Сейчас... Причем вода прибывает. Я вот буквально прошлые выходные сюда приходил. Угу. Еще не было здесь столько воды. А потихоньку поднимается. Может, там дожди... А, снега же тают. Ну, да, вот, да, поэтому. Кстати, по-моему, видно там вон рыбки стоят, да? Отсюда видно тебе, нет? Это рыбы? Да. Мне кажется, камни. Черные вот эти? Да. Это не рыбы, по-моему, вообще. Хорошо, сходим. Ну, в прошлом году я здесь прям видел много форели. Они ее запускают сюда. То есть можно поесть, точнее порыбачить, а потом то, что нарыбачил, поесть. А не вот это вот, на рыбалку приехал, и все, и без рыбы. Здесь точно рыба будет, еще и поедите. Там уже все, пороги закончились, а вот здесь вот шум какой! Наверное, вода очень ледяная. Ну, не прям ледяная, конечно, но холодная. Класс. Были бы шорты, можно было бы пойти нырять. Шпану сдали мамкам, и дети кричат. Отцы, пожалуйста. Давай, до свидания. Ну, а мы в клуб. Да, в сауну. Мы в сауну пойдем. Ребята, ух ты, у Мирона. Опа. Тихо, вставай на какахи. Да ничего, помоется. Мирошка, стой, смотри, не бойся, на. Русь, капусточку Русь, бери. Русь, держи капусту. Мирося со своим новым другом пришел кормить кроликов. Посмотрите, какая прелесть. Боишься, что ли? Давай ручку я тебе. Смотри, как они кушают, сына. Ой, у него эмоции такие. Какие зайцы здесь живут, замечательные, да? Вот тут это их домик. Какой... Громкий петух. Все, они уже все стрескали. Тише. Да, все стрескали. Смотри, как они кушают, сынок. Не надо личиком, не надо, сын. Только ушки гладят. Ой. Вот так вот, попочку. Попочку только, попочку и ушки. Мироша, кто там? Маленькие цыпочки. Почему у тебя хрюшки? Это не хрюшки. Это хрюшки так делают. А цыпочки как? Ку-ку-ку. А туда нельзя. А, ты понял, что везде надо заходить. Здесь нельзя заходить, сынок. Маленький. Ты его раздавишь. Надо, да. Глазками можно. Маленькие. Вот такой видеоролик у нас с вами получился. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте, друзья, про наши авторские гайды, которые вы можете приобрести всего лишь за 490 рублей. Я ссылочку оставил в описании. Просто переходите, приобретайте и путешествуйте. Также не забывайте, что в описании к каждому видеоролику я оставляю все очень важные, нужные ссылки для комфортных путешествий. Если вы хотите переехать в Турцию, арендовать квартиру, либо просто купить квартиру, то также контакты Димы я оставил в описании. Можете ему писать, он вам все расскажет, встретит, все покажет. Говорите, что вы от нас, это такой прям промокод «Семья на чемоданах», и вы получите скидку в 10% от любой недвижимости. Еще в описании я оставил номер девушки Полины, которая самостоятельно выучила турецкий язык и очень классно может помочь, если вам нужно куда-то поехать и вам нужен переводчик. Например, так было нужно очень нам, когда мы поехали недавно в таможню решать вопросы с нашей машиной, и Полина очень помогла. Поэтому это наша рекомендация. Также есть в описании. Записывайте номер телефона. Возможно, не сегодня и не завтра, и не послезавтра вам пригодится ее номер телефона. Но когда он вам пригодится, вы будете знать, что в вашем телефоне, в вашей записной книжке такой человек есть. Если не поставили лайк в начале выпуска, прямо сейчас это сделайте, напишите комментарий, сделайте репост в свои социальные сети. Ну а кто хочет нас поддержать масштабно в развитии канала, то там также есть ссылочка в описании. Все, ребятки, пока, до нового видеоролика.